Короче, ребят, всем привет. Если у вас есть одноразки, курительные вот такие штучки, вот такие разные штукенцы, если они у вас кончились, не спешите их выбрасывать, потому что можно сделать такой колхозный лайфхак. Если у вас есть пауэрбанк и HQ-шка, показываю. Когда достаете, она состоит из аккумулятора, испарителя и вот такой вот маленькой хернюшки, платы, микросхемки. Убираете аккумулятор вместе с этой микросхемкой, оставляете испаритель с ваткой и два проводка. Припаиваете любой USB провод на два конца, на два коннектора. Красный к красному, черный к черному. Как видите, ничего не тянется. Стоит подключить провод. Вот, видите? Колхозно, все будет красиво потом. Нажимаете кнопочку и делаете вот так. Как видите, все работает. Только не забудьте залить сюда жижку. Пользуйтесь.